Анонс и точная дата выхода 329 и 330 серии турецкого сериала «Клятва». Новые серии сериала продолжат выходить 17 и 18 апреля. Серии будут выходить по одной в день. В новых сериях мы увидим, как Ферида понимает, что допустила серьезную ошибку и сильно поспешила со своим решением о замужестве. Сейчас она сильно жалеет об этом. Эмир взял на руки Егита и сказал ему о том, что теперь для каждого из них начинается совершенно новая жизнь. Несмотря на то, что Ферида стала законной женой Умита, ей не хочется, чтобы он до нее дотрагивался. Умит не собирается мириться с таким положением, и он стал груб по отношению к Ферида. Он схватил Ферида за лицо и сказал, что не может больше выносить тени, которая постоянно встает между ними. Ферида не понимает, что этими словами хочет сказать Умит. Он подозревает, что его жена постоянно думает о ком-то другом. Ферида ничего не ответила и только дала пощечину Умиту. Ферида теперь его жена, и как Умит может говорить ей подобное? Нарин была шокирована, когда увидела Кемаля в наручниках, и его вели полицейские. Нарин стала спрашивать, что происходит. Кемаль ответил, что Ильяс мертв. Его обвиняют в совершении этого преступления. Кемаль сам сказал Нарин, что это он убил его, но Нарин не может поверить в это. Суд принял решение оставить Кемаля под стражей на время проведения расследования. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить 17 и 18 апреля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.